You see, got a good mind to shoot up on the Сейчас не смотрит, надо. Что-то она не смотрит в нашу сторону. Сейчас. Таня, ставь, Таня. Она даже в ту сторону не смотрит, вообще, да. Не смотрит. Ага. Опять, что ли, заряжает? Она на задних даже не смотрит. Да, что-то смотрит. Те старше, конечно. Все, убрала. Не стала? Не. Не оставила. Да она даже не смотрела на меня. Какие расстояния почитаем? Почему мы своих и не стали писать? Ты ж... Да нет, она вести. Не вести ты. Она не смотрит вообще на них. Она даже на... Смотрит на старших, на больше, который возраст. Ну, Игорька, это густо, это наши же ровесники.
Ну, значит, она судит тебя. Я так думаю. Мне так кажется. Сейчас посмотрю по нашим дальнейшим собакам, что будет. Могла бы оставить. Бегает она очень хорошо у нас. Игорь даже так не ходит. А вторая собака тоже неплохая. Да, вторая сильная вообще. По идее, вторая должна быть. Понятно? Сейчас сверну. Ростов-Исона, Прага, Первый регион. Номер 100. Заводчик Куравлёва, владелец Смокти, город Тула. Поздравляем! Третье место, номер 102, Сахалинский медведь Семеника. Заводчиком владелец Оксана Перечок, но уже теперь Московская область. Поздравляю. Она вся легла даже. Второе место. Белый лекарь Пачамчира. Спасибо!